Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 8 октября в Брюсселе, говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник. В заявлении отмечается, что заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Североатлантический совет является ключевым политическим органом Альянса и может состоять из постоянных представителей или из министров государств-членов организации.